Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Людвига II Баварского в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Подробности о том, что мы тут делаем в первой серии, ссылка на плейлист в описании в прикрепленном комментарии. Начните, пожалуйста, смотреть этот сериал с самого начала. Кстати, спонсоры в этом плейлисте, скорее всего, уже все видео, все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Давайте продолжать. В общем-то, у нас тут развитие идет потихонечку, а в общем и целом мы пытаемся... Мы пытаемся обратить Византию в протестантизм. Так, Салоники уже тоже обратили. Еще Константинополь надо как-то обратить. Так, я предлагаю этим апостолам скорее почистить города ацтека, причем самые большие. Вот этим надо возвращаться. Тоже Константинополем заняться. Вот эти надо, чтобы их тут не убили нам. Ну, просто когда религиозные юниты погибают, очень, очень нехилый такой минус к религии. Так, тут я нанимал апостолов в надежде получить... Ну, я вообще могу любую сейчас выбрать. Вообще не в надежде, я просто беру вот это, религиозное... религиозные силы в теологической баталии. И этому тоже. Вот сейчас они тут займутся объяснением на пальцах апостолам православия, что они не правы. Блин, найти ли мне... Блин, я думаю, надо мне сначала все-таки нефть открыть. Вот смысл мне авиацию и строить аэропорт, если у меня не будет нефти. Уничтожьте врага при помощи рыцаря. По сути, на своей территории два форта. Вообще, инженера я могу сделать. Я помню, военная академия есть. Точнее, оружейная. Давайте, наверное, в Берлине... военного инженера сейчас построю, чтобы ускорить. Пока авиацию открываем. Тут уже стоим в защите. Угу, там Горго Спарта. Ну, вообще, вообще у Византии немного места, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Ну, 8. Но это она не поставила, это ацтек зачем-то сюда приехал, поставил. Так, театральная площадь на плюс 5. Нет, торговца я тут не хочу. Амфитеатр, фабрика, угольная. Ну тут ганза на плюс 4 всего лишь. Ладно, я думаю, пора часовню великого магистра строить. Библиотека, универ. Угольная на 12. Ну давайте, давайте фабрику. Давайте я, наверное, еще апостола возьму с этой прокачкой, а потом уже веру буду копить. С прокачкой на силу. Я бы тут, наверное, священное место поставил. А, у нас негде на реке. Вот сюда, что ли? Давайте, наверное, на реке сюда поставим. Там плюс 2, конечно, но напоминаю, у нас пантеон, который дает 2 жилья и 2 счастья. It must be
наша сила в реквизите и сценах. В поэзии и красоте что? О чем речь вообще? О силе? Я думал, сила в ньютонах. Ну или, как говорил Бодров, в правде. Ого! 9... А, фу ты, 9 клеток. Оказалось, 9 жителей потеряно, ладно. Ну, 10 клеток плодородности. Вау. Вот поэтому меня спрашивали, почему я не люблю обрабатывать клетки вокруг вулкана. Ну вот, сколько? Это уже второй раз поломано все нафиг. Так, а где вот тут апостол был, который этого мучил? Так, два форта. Ну, вот тут, собственно. Тут и тут. Подожди, а я их открыл? Я их вроде открывал, да, открывал. Так что строим, строим. Так, пока паровой двигатель, авиацию пока продолжаем. Блин, тут, наверное, убьют миссионера. Надо использовать его. Хоть он и слабенько, сейчас, видите, 143. Но иначе там его два апостола бы замордовали. Ну, не замордовали, это убедили бы, что православие норм. Так, давайте, может, мы здесь все-таки рурку поставим. А, блин. Фабрика требуется. Ай, 5 ходов. Но тут построена фабрика, тут я могу ее поставить. А почему не могу? А, строится один ход. Ну, видимо, все-таки на эту клетку поставим рурку. Не знаю, будем ли мы ее достраивать, но... Культурку с нее получим. Так, что с кампусом? Можем вот сюда кампус. Вообще, где-то здесь, конечно, хочется. Но непонятно, что у нас с чудесами пока. Ладно, давайте кампус туда. Угольная 16. Надо строить. То, что никакая фабрика не... Ну, тут бы я как раз не строил фабрику. Тут слабенькое соседство. Давайте вверх. Отрадно, что вы готовы признать мою верховную власть над всей планетой. Многие уже согласны с тем, что мое время скоро придет. С чего бы мы согласны? Вы согласны признать верховную власть Феодоры над всей планетой? Я нет. Так. Урбанизм, пожалуй, отложим. Авиацию, пожалуй, отложим. Торговец, 335 золота, 2 посла. Ну, у нас дофига послов.
Денег тоже. Давайте, наверное, откажемся. Там бывают и получше торговцы. Посмотрим, какой следующий. Когда-то Константинополь был святым городом. Сейчас будет кризис, наверное, чтобы удержать Константинополь в нашей религии. О, тут вообще не пройти. Смотрите, как горы сделаны. Так, и, наверное, Кардифф очистим от православия. Но, Александр, вроде должно со мной быть хорошее отношение. Видите, Александр рад, что ведете войну с другими государствами. То есть ему вот это нравится. По идее, он должен... Да, давайте военный союз. И встретил ли он... Встретил, о. Так, подожди, он по идее... Если тебе... Да, он готов за одно золото присоединиться. Ну, просто чтобы у меня плюс 5 было против Тамирис. Кстати, а когда у нас уровень союза? Блин, не скоро. На втором уровне просто мы откроем друг другу территорию, которую раскрыли. Надо амбарчик тут. Вообще, я думаю, можно каравеллы сделать. В Ахине тут, по идее, можно проплыть. О, видите, тут даже протестантизм уже не уходит. Ладно, так это Теотихуакан. Просто он ближе. Его зачищу. Итак, в итоге у нас осталось православие. 8 городов, вообще много еще. Но из тех, что я вижу, 1, 2, 3, 4. Да, апостолы делись. Наверное, зря столько сам апостолов наделал. Так, ну тут можно распространять потихоньку. Тут чисто контролируем. Если Спарта решит к нам юниты вести.
Не буду больше вокруг АФ ядла яку для ничего обрабатывать, надоело. Постоянно все ломают. Все рыцари. Ну, вот он построил рыцаря просто у него еще один рыцарь бесплатный где-то там носится. Нечестно. Так, губеры. Надо будет сейчас еще проверить чудеса. Может, какие-то можем. Так. Среди всех апостолов держит внутри городов либо военных лагерей. А, не, вот, есть чувачок. Ну-ка, ну-ка. Вот это просто он уже раненый. Лучше этим. Это очень качественно убирает религию. Может, здесь пока баражировать этим, типа высматривать. Но он может новых апостолов только в Никее, у него нет священного места, и в Амасии. Так он не может, наверное, новых апостолов вообще типа делать. Получается, ну, я имею в виду православных. Так здорово. Так, дворец Патала. Здесь, ну, на эти клетки не хочу ставить, а другие просто не соседствуют. Но Монсен-Мишель и так строится. Тогда фабрику. Так, и нам, в общем-то, надо делать корпуса. Покупаем за веру. Раз, бомбарда. Сделали корпус. Два бомбарда. Сделали корпус. И мушкетеров, наверное. Блин, 270 не хватает. Ладно, следующим ходом. Тем более там... А, нет, не три мушкетера, три линейных надо для ускорения. Не знаю, в Пенгалы еще гранты не хочу. Рейна, Амани, Мокша, Лян. Вообще ничего из этого. Вообще, наверное, Магнуса можно, да. В данном случае у нас почти везде будут фабрики и угольные. Надо Магнуса до кооперации прокачать. Он дофига производства добавит. А, ну можно, кстати... Не, надо... Подержать веру, купить мушкетеров. Так что опять не получилось, да, спровоцировать беспорядки? Ну, прикол. Торговца, наверное, стоит купить. Вообще, можно и шпиона еще одного, наконец, сделать. Хотя библиотеки еще дешево стоят. Так, дворец Патала где-нибудь можно нормально поставить, чтобы он так нормально влиял? Он старается только на... Вот тут, кстати, дворец Патала еще не поставится. Да ладно, почему он тут не ставится? Можно построить только на холм... А, рядом с горой. Ну, блин. Ну, я, конечно, могу здесь, наверное, поставить, но я не хочу. Тут крутая клетка. То есть ради плюс два культуры. Не думаю, что... Вот тут можно, да? Но только надо лес убрать.
Отправим туда рабочего. Так, водяная мельница тут нафиг не нужна. Акведук, я думаю, тоже. Центр коммерции. Что с кампусом? Плюс один. Ну, давайте. Или Священку. Блин, Священку тут надо было. Опять я тупанул. Надо было Священку. Все-таки два жилья и два счастья. Не то, чтобы ее там надо было дальше как-то развивать. О, Оксфорд. О, давайте сюда Оксфорд поставим, реально. Так, ну а строить мы будем фабрику. Потому что сюда не дотягивается ни одна из фабрик до Покровки. Мокшу из Дирахия выкинули. Чего? Такой... Хороший дяденька сидит. О, наводнение, а ущерб предотвращен. Хе-хе. Да, уголь у нас не скоро, конечно, будет. Так, не видать апостолов. О, еще борода евангелиста, шедевр. Слушайте, ну тут вообще-то вблизи прям 4 чуда рядом. Реально, вот смотрите, Эйяф Ядла Якудаль, потом довольно близко Пайтити, потом довольно близко озеро Крейтер и довольно близко бухта Халонг. Как-то так плотненько. И считайте, три чуда практически Византия смогла урвать. Вот если бы Спарта там не поставила город. Так, где апостолы? Выходите, подлые трусы. Мы подискутируем, какое христианство круче. Я ваши скрепы шатал. Рурочку ставим точно, вот вопрос, строить ли ее. Ну а что тут другое строить? Блин, я торговца хотел купить. Угольное на 16 производства, охренеть. Да, Ганза, конечно, сумасшедшая штука. И три корпуса построено. Я бы, наверное, каравеллы просто купил здесь. Дострою верфь и просто в ахине куплю каравеллы. Так, по-моему, до Диррахия тоже не... Или раз, два, три, четыре... А, нет, дотягивается. Тут фабрика еще не построена, нет. Но до Диррахия дотягивается, так что нету смысла. И тут не особо плюс 8. Банк давайте. Уже по науке опережаю, а по культуре один из лидеров. При том, что в культуру особо не вкладывался.
We constantly find details of the marvel. Блин, надо было, естественно, историю отложить. Так, этот торговец... О, губернаторский титул. Ну, вообще, наверное... Или нет? Давайте вообще возьму. Там сосед для Магнуса как раз. Как раз прокачка Магнуса. Вот, кооперация. Это следующим ходом надо будет посмотреть... От Ганзы, от угольной, от фабрика. А у него должно влиять от всех остальных вот этих. То есть тут в Берлине сейчас следующим ходом 91. Посмотрим, сколько следующим ходом будет производство. Так, не видать апостолов, да? Ну реально, Византия новых апостолов православия делать не может. Те города, которые у нее остались, тут нету священных мест. Так что, в принципе, я думаю, что мы православие практически искоренили. Оно есть в чужих городах. Кстати, интересно, где? Но Византия уже точно под нашим влиянием. Давайте смотреть. Скифы, это понятно. Да, видите, Византия уже под протестантизмом. Так, две полевых... Слушайте, давайте поставим скидку на апгрейд юнитов и две полевые пушки сделаем. Так, еще у нас есть арбалеты. Нет, ну зато можно копейщика апнуть, раз уже карточка стоит. Так, бомбарда апнута, летучие отряды есть, мушкетеры есть. Ну все, пока. Ну, кстати, в кавалерию сейчас еще апнем летучие отряды следующим ходом и... Блин, нужен еще один мушкетер. Ну или просто купим линейных пехотин. Нам, короче, три линейных пехотинца надо. У нас пока два есть. Самарканд засоюзили. Так, апаем в кавалерию, апаем в линейных пехотинцев. Сначала в линейных. Что нам три линейных пехотинца надо. И покупаем тут одного. Блин, 410. Следующим ходом покупаем. Все, что было, апнули. В принципе, можно будет эту карточку убирать. Так, дальше в нефть идем.
Поставим один заряд у всех этих апостолов, которые на религиозные баталии. Да, уходит православие. Тем не менее, 7 городов. То есть тут 2 и где-то еще 5. Ну вот еще один. Так, 11 послов. Ну, на Валетту надо оставлять. Нам понадобится... На угольную. Эйфель поможет Рурку строить. Кстати, тут в Берлине у нас получится дофига производства. Урбанизацию открыли. Ну, как раз можно убрать на ап юнитов. Логистики у нас есть? Нет, есть. 9-4-11. Так, все красиво. Все красиво. Невыносимо. Покупаем линейного пехотинца и ускоряем стандартизацию. У Монтесумы уже нефть. Монтесума уже вышел в нефть. Нормально? Блин, а Горга где-то... Ну, Горга, скорее всего, в электричестве. Может, я тут не вижу, куда она могла так далеко залезть. Как по-другому куда-то могла залезть. Так, а где? Что-то я не пойму, где бонус Магнуса в данном случае. Показатели производства в городе повышаются от всех зданий с региональными бонусами в промышленных зонах, а не только от первого из них. То есть, вот смотрите, здесь фабрика, это фабрика. Это фабрика, они все должны... Ну, хотя это не так много, по-хорошему. Сколько фабрика дает? 3 производства, то есть... А, ну вот, 12, значит. 12 от фабрик, это, собственно, вот это Магнус и дает. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Пригород Акведук. Может, реально какое-то из чудес достроить? Тадж-Махал. Собор Василия Блаженного все-таки я в этом городе не хочу строить. О, Эрмитаж, кстати, тут вообще в тему будет. Ну, понятно, что мы его строить не будем. Мы будем строить шпиона. Не, офигительные эти способности, конечно. Очень мне нравятся. О, я хотел... Так, во-первых,
Может, реально венецианку достроить? Кампус на плюс один. Так, я точно хочу купить каравеллы. Блин, 640, дорого. Ну, хотя бы одну. Нам не надо две, типа, ускорять торговлю. Хотя бы одну давайте. Строить ли кампус? Фабрики. Раз, два, три, четыре. Да, тут фабрики влияют. И электричество тоже влияет. Пригород. Пригород, кстати. Пригород, наверное, тут норм. Ладно, сюда ставлю. О, я надеюсь, тоже пройдет. Но не могут они Константинополь обратить обратно. Да, прошло. Кто вписался? Троян. Зачем? Зачем Троян? Феодора ничего не может сделать 100%. А уж Троян зачем там? Ну, удачи. Так, все, видите, этого апостола мы больше не используем для распространения религии. Один заряд остался. И он у нас только для теологических баталий. Ну там католицизм, короче, весь континент явно занял. На нашем континенте православие 7 городов и конфуцианство 3. Ну почему не получается постоянно спровоцировать беспорядок? Давайте в какой-нибудь город, другой город, может, деньги поворуем хоть где-нибудь в Салониках, например. 175-190 в Антиохии. 340 в Малиналько. 820 в Теночтитлан. В Теночтитлан, конечно. А даже под город подставлюсь, пускай обстреливает. Я не думаю, что он может своими юнитами корпусу линейных пехотинцев что-то сделать. Но этими не пойду. Тут надо артой. Ну или самолетами. Так. Оксфорд. А, подожди, нет, я сюда хотел Творец Потала, а уже его нету. Так что Оксфорд нет. Давайте храм. И попробуем кругосветку организовать. Послов пока никуда не отправляем. Ни художественного, ни археологического у нас не открыто. И не построено. Катакуин построили, Поталу построили. Так, Катакуин у нас вот тут как раз, кстати, была. Видите, поэтому здесь мы и поставили Эрмитаж. Блин, а можно... Нам реально надо, чтобы кто-то Мон-Сен-Мишель построил и собор Василия Блаженного. Иначе их... Тут проблема игры за Людвига, что ты не можешь убрать те чудеса, которые ты все-таки начал строить. Уже все. И в этом есть проблема.
Хорошо вижу, что скрывается за вашими льстивыми речами и подачками. Вы стремитесь к власти над всем миром. Так ты ж недавно только что говорила, что ты хочешь всем миром управлять. Не хочешь, точнее, что мы поняли. Ой, слушайте, а там что-то армия Горга пришла. Как-то незаметно. Так, плюс 5 к мощи. Давайте осадные проголосуем. Ну и культурный захват за себя, но... Так, а у нас сколько вообще? 30, да. Тут мы никак не можем повлиять на голосование. Блин, а вот тут еще у нас наводнения проходят. Тяжелая кавалерия плюс 5. Культурный захват Феодора. Так, ну вот тяжелая кавалерия, причем корпус. Блин. Она будет больно бить. Ну, Гейдельберг вряд ли берется. Чем точно не берется вот этой армии с такой силой. Так, на чудеса. Доделываем руручку. Осталось Никею обратить. Или не трогать Никею, там 4 жителя, она сама обратится. Лучше вот в большие города Грека пойти. Блин, а Горга что, не хочет замириться? Ну, я думаю, что пока идет кризис, они не особо любят мириться, пока кризис идет, в котором они участвуют. Почему генерал... Почему Баудика здесь? То есть вообще нафиг надо помогать своим войскам. Баудика сама по себе гуляет. Так, я напоминаю, что уголь я как раз могу просить покупать. Но не у кого просто. Так, чё Гейдельберг? Будут атакателями, будут районы грабить. Фига себе, кираса ваншотнула мне. Еще мегаизвержение. 13 клеток. Нет смысла обрабатывать.
И авиация открылась. Ну, за счет Рурки. 121 производство. Причем не особо выглядит как производственный город. Так, следующим ходом нефть увидим. Блин, жалко эту пушку. Куда он поселился? Все-таки поставить сюда город? Прикол. Неужели реально? Да ладно. Не пройти. Я думаю, вот это внутреннее море, скорее всего, мраморное. Так, какое чудо мы хотим? Может, Тадж-Махал ускорим? Оксфордский университет построили кто-то. Ну, в общем, кроме Никеи уже протестантизм везде. Каким-то образом Ереван перестал быть протестантским. Непонятно. Ацтеки тоже скоро протестантами станут. Так, открываем нефть, открываем армии. Здесь мне тут больше ничего, корпус Кира. Ну, у них просто плюс 5, еще ж прошло в Конгрессе плюс 5 к тяжелой кавалерии. Ну, нефть мне важно, чтобы была. Я тогда смогу арту и самолеты делать. Итак. Есть. И уже даже накапливается, отлично. Значит, надо аэропорты строить. В Мюнхене... Кстати... В Мюнхене, кстати, негде, по-моему, аэропорт строить, да? А, еще и населения не хватает. Ну вот в Берлине есть. Ставим в очередь. Блин, армия линейных пехотинцев прется. Мне кажется, и армия линейных пехотинцев все равно не может взять. Так, здесь давайте угольная шахта, броненосец. Ну, наверное, надо вернуться каравеллой и... А, у меня нет угля, блин. Ну, тогда просто стали варенье открываем. Не ускорим мы никак. Не трогаем квадрирему, потому что под арму встанем, под выстрел армы, нафиг надо.
Александр все тоже в войне с Ацтеком и Горго, да? И, ну, с Тамирисом я попросил. Ну, с Ацтеком, конечно, у них тут тяжеловато вменяемо воевать. С такой территорией. Возможно, кстати, и с Горго то же самое. Формальный повод за расширение Феодории. Спасибо, когда уже все открыто, что мне надо. Ну, у меня будет формальный повод, когда самолеты. Реально. Воспользуюсь этим поводом. А вон апостолы. С одним зарядиком. А я вас вижу. Но он не может даже этими апостолами уже вернуть, как было. Ну, кстати, давайте тут аэродром. Пингалу. Так, Виктора не надо прокачивать. Мокшу тоже. Рейну не надо. Майни. Ну, видимо, Пингалу на гранты. Даже Лян не надо. Вот тут, кстати, я могу, по-моему, поставить национальный парк. И вот здесь. Не уверен прям 100%, но, по-моему, смогу. Так, где у нас нацпарки? В охране природы. Наверное, в него пойдем. Так, потрясающе престижный пригород. Наверное, без шансов. Просто притягивающий. Прям потрясающего нету. Да, то есть это мы никак не... Ну, вот тут можно было бы, но я не хочу эти клетки закрывать. Не, логистика мне больше нравится. Мы на своей территории, когда защищаемся, круче происходит. Так, Вера мне на что-нибудь нужна? Я думаю, просто купить кавалерию, чтобы... Ну, вообще, наверное, лучше сразу корпуса кавалерии, вот когда мы академию достроим. Сразу уже корпуса будем покупать. Электричества все не хватает, потому что угля нету. А на нефтяные не хочу переходить, там производство кучу дает. Ой-ой-ой-ой, так, слушайте, это больно. Ну ладно, мы стали варенье буквально вот-вот откроем. Два хода. Я не думаю, что они могут Гайдельберг взять. Тадж-Махал построили. Военную академию построили. Так, как-то... Сколько Тадж-Махал дает? Плюс 6. Тут плюс 8. Красиво! Красиво! Так, сталеварение реально два хода. Но вообще больно бьет. Честно говоря. Больно бьет. Ну, посмотрим. Но вообще, если он этими тремя юнитами проатакует, то Гайдельберг возьмут. Может, стену пока построить хотя бы за один ход. Это уже не так легко будет. Блин, просто корпус кирасиров, прокачанный на плюс 5 от военных советников, от резолюции. Серьезно. Серьезно. Но продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала уже могут ее поискать в плейлисте. Для всех остальных оно появится завтра. Она появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.